Часто ли вы в повседневной жизни сталкиваетесь с геометрией? Если нет, предлагаем вам вспомнить школьный курс и решить небольшую задачу. Дано. Спасаясь от пожара, человек весом 75 килограммов решает выпрыгнуть с 5-го этажа. Найти способ его спасения. Решать эту задачу мы будем при помощи одной из геометрических фигур – куб жизни. Так называют эту конструкцию спасатели. Главное его достоинство – мобильность. Разворачивается устройство за 2 минуты, вес спасительного куба – 35 килограммов. А значит, при падении человека можно оперативно переставить воздушную подушку. Сердцем спасительного куба является компрессор, который постоянно находится в рабочем состоянии. КС-1 постоянно на боевой готовности. Работает. Мы ни одну спасенную жизнь уже спасли на нем. Так что он уже себя оправдал. С помощью конкретно этого куба было спасено уже несколько десятков жизней. Прыгать на устройство можно с высоты 5-го этажа. Как говорят спасатели, можно и выше, но тут все зависит от человека. Очень тяжело доверить свою жизнь надувной геометрической фигуре. Вот такая получается занимательная геометрия. Прыгать на это устройство могут люди весом до 120 килограммов. В принципе, я вешу гораздо меньше, значит, можно попробовать. Эх, права была моя учительница, когда говорила: «Женя, геометрия и жизнь спасти может». Конечно, спасти жизнь можно другими способами и другими геометрическими фигурами. Например, с помощью вот такой прямой стрелы. Вот только она приводится в рабочее состояние гораздо дольше, чем куб. А ведь в решении подобных задач дорога каждая секунда. Вот и получается, что такая, казалось бы, ненужная нам в школе геометрия способна спасать человеческие жизни. Что и требовалось доказать. Евгений Шой, Владимир Пинаев. Новости по будням.